Старший лейтенант Алсаев Тимур Дашевич, командир взвода. Звание? Старший лейтенант, я же сказал. Ну, это ты мне сказал, это же на камеру надо говорить. Что тут делали? Просматривали лесопосадку. Понятно. Были взяты в плен 25-й десантно-штурмовой бригадой. Я старший лейтенант Алсаев Тимур Дашевич, командир мотострелкового взвода. Ваша дата рождения? 6 мая 98 года. 6 мая 90. Город рождения? Республика Бурятия, село Хоринск. Это вы, получается, бурят? Понятно. Зашли вы в Украину. Что происходит там 24 числа? В какую область вы зашли? Черниговскую область зашли. Черниговскую область зашли. Докуда вы дошли в Черниговской области? Ну, до города. До Чернигова дошли. Да. А вы чего дальше не зашли в город сам? Потому что мост взорвали. Мост был взорван. И... Наши взорвали мост? Или ваши? Ваши взорвали мост, и мы не смогли зайти в город. Рассредоточились в лесопосадках. И жили в лесопосадках? Да, отчасти. Ну, вы в лесопосадках, где? В деревнях каких-то. 1 числа нас вывели с территории Украины. 1 марта? Апреля. Апрель, 1 апреля. 16 апреля мы зашли на территорию Донецкой и Луганской области. Мы шли в по лесопосадке и попали под обстрел, где меня ранило. А где вас лечили? В России. Ну, я понимаю, что в России. В Москве. В Москве. Третий раз вы когда зашли в Украину? 1 ноября. 1 ноября. Мы приехали в Сватово. В Сватово. Много было. Сколько вы воевали вот с 1 ноября до когда? До в плен когда вы попали? 15 ноября я попал. 2 недели воевали? Мы находились в лесопосадке. В лесопосадке, хорошо. Как вы попали в плен? Поставили задачу занять лесопосадку. Я зашел в лесопосадку и сразу под автоматы. Представьтесь, пожалуйста. Старший лейтенант Алсаев Тимур Дашевич. Дата рождения ваша? 6 мая 98 года. Звание, должность? Старший лейтенант, командир взвода. Старший лейтенант, командир взвода. Когда вы зашли в Украину первый раз? 24 февраля. 24 февраля. В каком направлении вы были? Черниговская область. Чернигов. Обернитесь, пожалуйста. Что написано? А вот видите, выложено. Чернигов? Чернигов. Ну и как? Красиво. Красиво? Пошли туда, пройдем, там будет интересно. Мечта была побывать в Чернигове или был приказ взять? Приказ. Приказ. В какой вы хате жили все это время? Ну, там дальше. Там дальше. Давайте подойдем вот сюда, в первую хату, к людям. Да. Конечно. Был в этой хате? Заходил. Заходил. Ну, не в дом, в ограду. А в дом не заходил? Нет, в дом не заходил. А телефоны когда забирали? Нет, это не я и не мои. Может, другие. Алсаев Тимур Дашевич, 6 мая 98 года рождения. Батюшка сказал, может быть, второго раза Бог и не даст. Поэтому будем забирать всех. Спасибо. С возвращением. С возвращением, ребята. Главное, запомните одно, выиграл. По вашему поручению, Алсаев Тимур дома. Привет. Привет. Очень рад, что вернулся. У парней пока эмоций, слов нет.